спортивной школе Реутова встретили двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного чемпиона мира по греко-римской борьбе Романа Власова. Между многочисленными турнирами и тренировками он выделил время, чтобы впервые прилететь в Реутов из Новосибирска. Известный борец познакомился с работой спортшколы и пообщался с юными спортсменами, борцами самбо. Роман отвечал на вопросы искренне, стараясь донести до ребят, что спорт – это не только блеск медали и место на пьедестале. Чемпионом быть нужно не только на ковре, не только вот на этом ковре. И за ковром тоже себя вести достойно. При равном количестве, при равной нагрузке и при равной отдаче побеждает тот, кто в жизни себя ведет правильно, у кого лучше оценки в школе, кто правильно общается со своими родителями, уважает своих старших, ценит маму, отца своего, помогает им во всем. Мало одному реализовать свои амбиции и стать чемпионом. Важно поддержать своих младших, важно уметь дружить, уметь быть полезными своему окружению. Роман Власов поделился с ребятами своим секретом успеха, который оказался прост – много и качественно тренироваться, не жалеть силы на то, что важно. Тогда результат не заставит себя ждать. Этого он и пожелал ребятам. Перед собой Роман ставит новую цель – стать трехкратным олимпийским чемпионом. Это защищается, да. Кочерга у вас вот такой ходовой прием, да? Да. С кочерги можно бросать. Потому что вот за это цепляются, да? Посмотрев на тренировку детей, двукратный олимпийский чемпион убедился – в школе много перспективных спортсменов. В первую очередь хотел сказать этим детям, что им очень повезло такое развитие их вида спорта вот в этом замечательном городе, в этом гостеприимном городе. Вот, сегодня все условия есть, и ковры, и это весь инвентарь, который нужен для достижения успеха. И самое главное – пример. Старшие товарищи уже есть, чемпионы Европы, чемпионы мира по кадетам, чемпионка мира есть. Вместе с Романом Власовым встретиться с ребятами приехал заслуженный мастер спорта, чемпион мира по вольной борьбе Сергей Корнилаев. Живет этот зал. Просто настоящее вот то, что нужно. Именно вот какая борьба должна быть. Вот здесь оно показывает. И результаты есть. Каждый раз приходишь, и новые результаты. Встречи с титулованными спортсменами в спортивной школе Реутова происходят регулярно. Тренеры замечают, что ребятам это идет на пользу. Ребята ждут, потому что мы хотим развить эту традицию, да, приглашать знаменитых личностей, знаменитых спортсменов, не только спортсменов, чтобы дети видели, что и в плане спорта, и в плане вообще жизни можно много чего добиться. В завершении встречи знаменитые борцы и руководство школы обсудили перспективы развития спорта в стране и, в частности, в Реутове. Роман Власов пообещал, что будет следить за успехами реутовских спортсменов. Дарья Матвеева, Сергей Сомов, телеканал ТВ «Реутов».